Не-не, я не в деньгах, я в процентном отношении. Это более 50% однозначно. Но если брать нижний слой, то это 70%. Скажіть, будь ласка, ви сказали, до кінця цього року буде зданий цей об'єкт. Якого числа? Я сказав, що технически в этом году возможно сделать нижний слой при наличии всего финансирования и при благоприятных погодных условиях, в том числе и верхний. Дорога может отслужить зимний период, учитывая то, что готовится основание, и то, что нижний слой 10 сантиметров может зиму пережить за счет нижнего слоя. Но хотелось бы, естественно, то, что планировалось заранее, чтобы был источник финансирования, мы сделали в полном объеме. То есть два вопроса, которые зависят от реализации плана. Это наличие финансирования в полном объеме и погодные условия. Предугадывать, какая будет погода в ноябре и когда наступит холода, мы не можем. Нам обещали 35 миллиардов, отримали меньше 20. І чому ми виступаємо за дорожній фонд? Щоб ми чітко розуміли, що протягом року у нас є така сума. І ми на неї плануємо не більше, не менше. Який термін гарантійний цієї дороги? 8. 8? 8 років. Заказчик вже ж доповів. Замовник. А взагалі не так. Мільйон рік. 12 мільйонів, 12 років гарантії. Ну так би хотілося. Хороша ідея. На жаль.